Никола, 20-й Макс Йовера, 2-й Хесус Рубио. Это Кварежма, подача на дальнюю штангу, удар в касание, причем это не удар головой. Подача, вот момент может быть на дальней штанге, и гол, нет! Как так, Кварежма! Вбегал он уже, кажется, с мячом в ворота, и с внешней стороны по сетке мяч цепляет. Скидка от соперника. Да, просто не на кого. На 19-го номера Элизео. Навес, опасно! Но... Крошка. Ну, для кого-то, я повторюсь, кажется, что Андорра — это юг Европы географически. Это так, но это горный регион. Там вот этот навес Кварежмы. Там прикольный номер у Андре Силвы. 17-й, и сейчас... Дождался паса от соперника. Ну, в этом смысле, типажи справляются. Не этой атаки. Он остается с мячом и бьет! И опять вратарь! Опять он! И это был уже настоящий удар в створ. Ну, вот это было уже спасение. Так спасение. Игрок под 18-м. Джелсон Мартинш покинул поле. Ну, и Криштиану на него. Итак... Это фол. Ну, вот, смотрите, пришлось обороняться при стандарте. Но это футбол. Тут только здравым смыслом не сыграешь. Там португальская диаспора на трибуне, вот на той дальней. Ну, отлегло. 15-й гол в 8 матчах. Держись, Левандовский. Я в Андорре сегодня. Сейчас поровну у них голов. И Криштиану чуть выше. Вот здесь камера идеально расположена, чтобы видеть траекторию полета мяча. Все-таки на, так скажем, обычных стадионах она чуть дальше. Вот это удар в стиле паука и пас скорпионовский. Удар уже на гол и мимо, потому что защитник Лима валится. К Элизео, что он рядом, что без мяча он не должен остаться. И это фол. Ну, пробил. Подача Криштиану на дальнюю штангу. Скидка в центр. Надо забить, и забивает Андре Сильва. Он забил 10-й свой мяч, а матчей у него всего 16. Очень хорошая статистика. Конечно, разрыв для очной встречи не серьезно. Ну что ж, Криштиану. Интрига-то есть. Криштиану! Вы опередите всех игроков андоррской сборной. Но Криштиану...